Інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель» починає свою роботу у ефіри. У студії працює Наталія Ігнатенка. Доброї раніці, глядіться у гэтым випуску. Поліклініки у наступному році почнуть видавати електронні рецепти. Гомельські інваліди-спінальники приймуть удел у реалізації міжнародного проєкта по створенні спортивних клубів для людей з обмежованими махчимостями. Товщиня льоду на водойомах регіона 7-12 сантиметрів. Ці варто ризикувати життям для улову. Ёлочные кермаши откроются 23 снежня. Кошт новогодних древов от 7 рублей 80 копеек. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Сегодня Гомельскую область наведая польская делегация на чале с надзвычайным и полномоцным послом этой краины у Беларуси. Конрад Мартин Паулік сустрэнецца со старшинёй Гомельского аблвыканкама Владимиром Дворником. Так само у программе визиту наведывание предприемства «Делком 40». Гэта компания с польским капиталом является резидентом свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. На ценниках у продуктовых крамах с 1 студеня з'явится новый радок. Кошт товару за килограмм альбо литр. Такое нововведение инициовало Министерство антимонопольного регулирования и гандлю. До 1 липеня будущего года это будет только рекомендация, а потом станет обовязковой нормой. Додатковая информация на ценниках дозволить одразу ориентоваться, який продукт одной группы каштует больше танно. Бо зараз, например, молоко продается у тары по литру 950-900 мл и так далее. То же и с крупами. Вытворцы фасуют их по килограмму 900, 800 альбо 700 граммов. Нововведение допоможе экономить гроши, бо одразу будет вядома, кольки на самой справе каштует товар. Что ж до продуктов, вага яких меньше, як 250 граммов альбо миллилитров, обовязковым стане указание их цены за 100 граммов ти 100 миллилитров. Предоставлять дополнительную информацию для потребителя, для того, чтобы он мог ориентироваться в изменении цены. Мы сегодня с вами видим в магазинах, что у нас стоит упаковка молока. Да? Мы воспринимаем ее зрительно как литр, а на самом деле там 0,93 литра. Да? Или там 0,8 литра. То есть не литр, а 930 миллилитров, или 800 миллилитров, или 860. И, соответственно, цена варьируется, и покупатель чисто, будем говорить, визуально воспринимает, что одно и то же количество молока, как бы, да? Но оно стоит разную цену. Но иногда случается так, что покупая за более меньшую цену, мы покупаем меньшее количество продуктов. У Гомелі почалася реалізація пілотного проєкту по укоранінні електронних рецептів. Як чекається, перші з їх поліклініки почнуть видавати уже у гэтым місяці. Але ще увесь перший квартал наступного года буде відведений на коректировку означених зауваг. Олег Сінцеров поцікавився планами і коштом їх реалізації. На реалізацію проєкту тільки Гомельській городській дитячій поліклініці видатковано 37 600 рублів, ще 1200 рублів. Сюди у якості спонсорської допомоги накерувала фармація. На гэтыя сродки буде набито 5 тысяч спеціальних карток. Частку карток у поліклініці вже отримали, поки вони заховуються в спеціальному сейфі, і тільки як виключення їх демонструють здымочній групі телерадіокомпанії «Гомель». У принципі, нічого секретного тут нема. Уже у гэтым місяці їх повинні тримати пацієнти установи, але спочатку ще необхідно усталювати у всіх кабінетах спеціальне програмне забезпечення. При гэтым врач буде не просто заповняти електронні форми рецепта, але і при необхідності отримувати консультації. Гэта допоможе позбігнути помилок і призначати нові лікові сродки. Средства рекомендуют нам специалисты республиканского уровня, да, и какие-то новые препараты, которые только зарегистрированы на территории Республики Беларусь, но уже опробованы в других государствах, ведущие клиники наши республиканские назначают. Сегодня электронные рецепты у той или иной ступени существуют у таких краинах, как Великобритания, США, Дания, Швеция, Финляндия, Австралия. Беларусь в этом смысле не першопроходца. Але это не значит, что никаких пытаний не возникнет. Те же фармацевты, например, после сканирования штрих-кода картки, отримают доступ до электронной формы рецепта, але насколько свободными будут их деньги при необходимости замены леков. А прича того, электронный рецепт не гарантует, что хворый сапраўды будет принимать призначенное врачом. Еще одно пытание – выписка электронных рецептов подчас наведывания хворых по месту жихарства. Не то, как это было складано технично, а для потребуя додатковых затрат. Должно быть у нас оборудование, то есть либо это планшет, либо любой смартфон, который должно быть интернет-связь, и по интернету тоже можно осуществлять выписку электронного рецепта.
Покуль проект будет иметь статус пилотного, врачи будут выписывать рецепты в электронном выгляде и на паперовых носбитах. До речи, первые картки со штрих-кодом, по яких можно провести идентификацию пациенту, будут выдаваться бесплатно. Когда все отримается, с красовика наступного года паперовые рецепты застанутся у минулом. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщині прищепку от грипу зробила амаль 577 тысяч человек. Это больше як 40% жыхароў региона. Запланованный показчик перевышены прикладно на 37 тысяч человек. У выніку по удельной вазе насельніцтва, якое прайшло иммунизацию, Гомельщина сярод лідраў у краіне. Штогод прищепки от грипу в регионе робить каля паўмільёна человек. Дякуючи гэтаму, апошнія 4 гады не отбывается эпидемичного уздыму, захворвання на грип и вострые респираторные инфекции. Наступное сезонное повышение захворывания медики прогнозуют у другой полове студеня початку лютого. Гомельское областное объединение инвалидов спинальника мае намер принять удел у реализации международного проекта по створению спортивных клубов для людей с обмежеванными махчимостями. Отповедный конкурс обвещен в рамках межрегионального супрацовництва Беларуси и Украины. Спорт у жити человека у колясцы – тема еще одного материала, который подрихтовали наши корреспонденты. На областной спартакиаде инвалидов-колясочников у программу включили 4 виды спаборництва. У тем лику хоть и параолимпийские, але яшчэ не звыклы для многих больше – кидание мяча на меткость. Для гомельшанина Александра Тимофеева тут няма никаких секретов. Сегодня у его спортивной коллекции медали за перемоги не только у боча, але у теннисе, армрестлингу, баскетболе. А проща того, у гэтым годзе он стал чемпионом Беларуси по танцах на колясках. Каже, гэта вельми престижно, але зусім не просто отримать такий титул. Это европейская программа, в нее входит 5 танцев. Эти 5 танцев нужно запомнить, эти 5 танцев нужно очень красиво станцевать. И эти 5 танцев идут сразу, начинаешь танцевать первый танец, и идет сразу потом второй, третий, четвертый, пятый. То есть их надо эту всю программу станцевать сразу. Нельга сказать, что все инвалиды-спинальники – активные спортсмены, але и уладальников разных титулов – республиканского и международного узровня – сярод их все ж таки шмат. И они и автомобильных ралли для инвалидов принимают удел, и у беги на колясках демонструют высокий класс. У этом ходе у областным громадским объединении вырешили принять удел у конкурсе, который обвестил Евросоюз. Коли проект станет переможцем, на что есть великие шансы. На Гомельщине для инвалидов будут створены несколько клубов со спортивным ухилом и отповедной материальной базой. А проща того, у наступном годе гомельские колясочники плануют разом с житомирскими сябрами упершиню ажыццявить спуск по одной из украинских рек. У жадающих недохопу быть не повинно. Спуск по реке Убарть инвалидов-колясочников организовывать. Вот группа туда едет в Украину, и там на лодках специальных этих будет спуск по реке. Одновременно там будет группа с украинской стороны и наших белорусские. Ну и тут общение, тут реабилитация социальная. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Старшиня Гомельского областного громадского объединения «Инвалиды-спинальники» Геннадь Золотаров сегодня станет гостем интерактивной программы «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Передача выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» у 19:20. Свои питания гостю студии вы можете задать, потелефоновавши по номеру прямого эфира у «Гомеля» 77-68-45. Со з'явлением первого льда на водоемы вышли рыбаки. Однако заняток это довольно рискованный. Ледовое покрытие еще тонкое. На выходных несчастный выпадок зафиксованы у Лоевском районе. 62-годовый гамельчанин провалился под лед под час рыбной ловли. Самостойно выбраться мужчина не смог. Его знайшли рыбаки и выкликали выратовальников, которые и вытягнули тело пенсионера с воды. Медики, которые прибыли на место здарения, констатовали смерть. До речи, за минулые 2 тыдні 120 человек были попереджены об небезпеці, связанной с выходом на лед. Двоих рыбаков удалось выратовать. По даденных областной организации «Освод», толщиня льду на водоемах зараз складая от 0 до 7 сантиметров, и только на некоторых до 12, что все ровно является небезпечным. Минимальный допущальный показчик – 20 сантиметров. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода на лед до
наступление твердого ледового покрытия с устойчивыми зимней погодой. Также в случае, если человек принял решение выйти на лед, необходимо, чтобы каждый имел при себе личное спасательное средство. Дзяржаўтаінспекцыя на гэтым тыдні праводзіць профілактычную акцыю «Жыццё даражэйшае за шыны». Супрацоўнікі дарожна-патрульнай службы актыўна сочаць за тымі, хто не паспеў з надыходам зімы перабуць сваё аўто. Асноўная мэта профілактычнага мерапрыемства – стварыць бяспечныя умовы для руху аўтатранспарту і звярнуць увагу вадзіцеляў на неабходнасць выкарыстання зімовых шын. По статистике, 50% ДТЗ у первые 10 дней снежного надворья отбывается менавіта за невыканання аўтааматарамі гэтага правила. Дарэчы, норма по обовязковому выкарыстанню зимовых шин с 1 снежня по 1 сакавіка з'явілася у правилах дорожного руху у минулым годе. По словах инспекторов, яна дозволила істотно поуплывать на снижение колькости ДТЗ. На территории Гомельской области за первые дни проведения акции инспекторы ДАИ выявили около 200 водителей, которые не перебули свои автомобили. Хотелось бы обратить внимание водителей, что необходимо и в зимнее время использовать не только зимние шины, либо всесезонные шины, а также следить за тем, чтобы протектор шин соответствовал требованиям правил дорожного движения. И его глубина протектора составляла не менее 4 мм. Ёлачныя кірмашы адкрыюцца 23 снежня. Гандаль будзе арганізаваны на 120 стацыянарных пляцоўках у Гомелі, райцэнтрах і малых гарадах. Акрамя таго, пройдуць 285 выязных кірмашоў у сельскай мясцовасці. Дрэвы вышынёй да метра будуць каштаваць ад 7 рублёў 80 капеек. Да 2 метраў абыдуцца прыкладна ў 10 рублёў. Цэны на больш высокія дрэвы будуць пачынацца ад 13 рублёў. Самы вялікі кошт на ёлкі ў катках 22,5 рублі. При гэтым купіць іх можна ўжо сёння ва ўсіх лясгасах в области, не чакаючы ёлачных кірмашоў. Бюджэтны варыянт – ёлачныя альбо сасновыя букеты. Каштуе такое ўпрыгожванне крыху больш за 2 рублі. Усяго лясгасы Гомельскай в области да навагодніх святаў нарыхтавалі больш як 10,5 тысяч жывых ёлак і соснаў. Іх нарыхтоўка вялася з улікам патрэб пакупнікоў і аб'ёмаў рэалізаваных у мінулым годзе дрэваў. Ёлка жаданняў выканае мары. У Гомелі стартавала традыцыйная дабрачынная акцыя. Яе арганізатары – гомельскія прадпрымальнікі і студэнты медыцынскага універсітэта. Збор падарункаў праходзіць у гандлёвым цэнтры «Сакрэт». Тут усталявана ёлка з запіскамі, у якіх дзеці напісалі свае жаданні. Усяго іх каля 150. Запіскі належаць выхаванцам дома дзіцяці, абласнога і раённага цэнтра ў карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. Гэта дзеці-сіроты, многія з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Тут таксама ёсць запіскі ў падтрымку маленькіх пацыентаў абласной дзіцячай клінічнай бальніцы, ад якіх адмовіліся бацькі. Ім патрэбныя памперсы, шампунь, дзіцячы крэм і іншыя рэчы. Прымерыць на сябе ролю Дзеда Мароза і выканаць дзіцячае жаданне можа кожны. Акцыя працягнецца да пачатку студзеня. Вы заходите в холл, вас встречает прекрасная елочка, где размещаются желания деток. Вы можете выбрать любое понравившееся вам желание и оставить подарок для этого ребенка в администрации торгового центра «Секрет». Но для тех, кто не имеет возможности прийти сюда и поучаствовать здесь непосредственно, они могут обратиться в администрацию медицинского университета. Мы с радостью расскажем и поможем им осуществить желание ребенка. Ну, в основном это требуется памперсы, средства личной гигиены для деток, которые находятся на лечении в областной больнице. Гэты, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrhomel.by. И на гэтым выпуск завершаны. У студы працавала Наталья Ігнатенко. Усяго вам самага добрага і до новых сустрэч у эфіры.